Да, это все хуйня. Вы там не думайте. Тут поехали 50-100 силы разница, это не та. Это не тот ДПС, который нужно смотреть. Вот это вот. Не смотрите на это. Я вот вижу третьей категории, вторые тоже неплохо хуячат. Просто как хорошо работает Т5 у ДКшников, прекрасно. Даже трини не нужны, чтобы помогать. У него пиздатые трини, не надо. У кого пиздатые трини? У Ауди? Ты знаешь, сколько трини, блядь, эти ему дают. Поэтому говоришь. Да у меня обе они лишние. Да причем если я вообще беру? И в сумме дают больше 1000 слотов силы. При удачном тролле. Это ты мне отомстил, да? Ладно, ладно, я припомню. Джетрики, ШП наверх. Или ШП не за самой нет. Япончик. Сейчас я кошки давай там пожрать и приду. Давай рядом самого дальнего. Я ближе. Вот, давай, тяни. Тактика бей. Хотя на него кинул все равно. Что-то не восприимчив. Следующий пошел ловить. Мага отпустил, лучше его убить первым. Вага, вдруг две шмотки упадет. Вдруг этот человек вылетит. Все бывает. Вдруг ему в процессе боя ГП начислят. Кстати, вы пойдете? На ком бусь? Кровь, совет. Ну, конечно, если, блядь, холипал будет ролить, у него там 34 про, по-моему, холипал. Холипал. Сколько надо лутануть ГП, чтобы с 34 про упасть? А дайте бафы по ДК, пожалуйста. Паладин. Ты по всем ли бафам было бы? Следующий трэш, поехали. Я в мага за контролем. У меня 4 секунды. Где японец? Где своего ешите, пизда? Чьи-то, блять, вальки, скажите мне, пожалуйста. Кто, блять, с уебанским посохом? Япончик-то тут, не? Да, все пришел. Ну, дай трупа.
поводу тактики, для тех, кто не знает. Единственная разница в Хэмке, то что бегать нельзя много. Там еще один трэш. На Джайна с лучом закрываем сегодня? Хороший вопрос. Вы убьете Джайна? Слышите магию, вы убьете Джайна или нет? Чего я там убивать не пьем? Она намного проще лича. Спроси у тебя, кто на куполе дал. Или привет куда? Стоим в одной точке. Пёс, наверное, есть кто там ролл на трене? Там меня. Ну, ролл есть. 100% ролите, да? Ну, Элрей, наверное, 100% будет ролл. Ну, спросить надо у него, будет ролл. Я бы поставил кушать. Тогда мне на лича надо на глор попасть. Посмотри, если выше приор. Шутрини, блядь, свалит. В чем проблема? Не вешайте, пожалуйста, на ауди щит земли. Понял, ты чекнул трупы, да? Я чекнул все трупы. А что там было? Забей. Волна Расталдерам танчит у нас Луцим, на него на пул. Вот, отведешь в Келесет. Короче. На бафы, на пул. Лапу дай. Глупые смертные. Думали, что одолели, но... Мозер, что не то? А, Мозера нет. Непобедимые воины короля лича. Все, все здесь поехали. На путь. А что там? Босс в Агримаре. Вот, а босс в Агримаре видит. Стаки не накапливайте. Сферы. Гроб. На пул. Вихрь. Найс отходит. Че, еще и шар уронили? Ну, я показал. Тиме и БР не ауди. Что милики прослакали отбежать, это не наказывается? Да это не прослакали отбежать, а прохилить надо было. Мы с прожимками это сделали. Я его бэрнула, он умер. Вот сейчас что получилось? Вы меня бэрнули, почему я упал сразу? Керу. Стал под шар. Не надо вот так на миликов наговаривать. Кто наговаривает там? Дядь, можно заткнуться? У нас пол. Спасибо. Пейте босса, потом решите свои проблемы. Мишка, отвези. Вихрь.
их. Че вы келесит, это не бьете? Мишка, выявите. Миша. Блять, Медведь. Может, он застрял? Сейчас же. Вихрь. Кто там с посохом? Посмотри, ходит. Брон. У кого, блядь, Нибелун? У меня? А чё? А почему Нибелун? Он, блядь, ничего, твари ничего призывает летающих. Не шарю, вот. Покелесят его, добивайте. Добивайте его. Все, все рейды. За стаками, милики, следите, куда вы, блядь, бежите. Кровь прохил. Ты видел, куда меня закинуло? Что такой звук был, я чуть не был. Песните все. Раков. Шериф. Пошли трэш чистить. ЕП, ГУП, высвечивается или, может, у меня что-то отключено? Значит, дошмота не упало, у тебя ничего не высветит. Танки, трэш чистить.
хуй знает. Нахуй вообще контролить, если люди, блядь, выводят из контроля. Знание. Я не знаю, я когда вот Т5 активировал, там было написано, можно не контролить, можно косты не сбивать, поэтому... Можно ГП лутать. Так, да, спасибо. Вообще, говорят, да, там похеру, когда Т5 одеваешь. Поехали дальше. Я хуй знает, упало, типа, а ОЕшка Т5 стопается, блядь, у других классов не стопается. Какой-то бред мне. Ну, либо механика меняется немного, непривычно становится. У меня поменялась вообще ротация. Отведи от мага, он, блядь, ему будет бобки. Не кидает. Ну, по магу сначала сыграет. Кому она, может быть, нужна, если ходи по машине забирает? Блин, вы видели, он меня банит постоянно. Рики-брики в дамке! Да что ж пишет, когда Холи Пал, тебе не отдадут шею. Нет, Пал тебе не отдаст. Пал тебе не отдаст. Но там дохпало много кого из РДБшников по приору. И все ее хотят. Я не знаю, на чем она рассчитывает. Но она не, и не упадет сегодня. Сегодня щит падает. Да, сегодня щит падает, но успех. Редкий, кстати. Я еще так редко вижу. За все цело, пока не видно. Не знаю, сколько ДВ-статик ходит, раз 5 или 6 падает. Чит раз 5, да не сможет быть, один раз падал, его вар забрал на успех. Все. Да, блядь, ТСУ у Денчика есть, тогда раз 5 падал. Да, это ж меня бы не было в этом ЦЛК, ты хочешь ставить? Да. У меня рыбы нету, саппорт на этого босса обязательно. То есть рыбу поставите, пожалуйста. Саппорт обязательно. Кто на пул наводит здесь? Маги, поставьте столик. Саппорт реально взять или купить из гибанка? Есть доступ, можно. Ну, нет. Так, а с чего саппорт обязательно на этом боссе? Это новая фишка, что ли? Ну, конечно. Это понятно просто, откуда. Ты смотри, блядь, три аша. Типа, ну я не сдохну без саппорта. Чем мне его пить? Я типа сам хилюсь. Дай сум, пожалуйста. У меня нет спрыта. Сум. Ч
шкаф поставьте. Сейчас. Луцин вылетел. А кто танчит? Медведь? Войт танчит. А, окей. Пришел Сумон? Да, спасибо. Сейчас. Там еще какой-то шам в игре. Еще раз кричу. Вот, блядь. Драгон, у тебя праведно нисто. Теперь понял, да, как укусу пиздец. Нахуй это надо. Брун. Лужи не стоит кто-то. Шторы. Сейфа дай. Слушай, выйдите в мелизоне. Ренжу между игрок. Ну, приведите. Ой, ёпта, сбежаться не можете. СГП. Чё у нас укусы такие хуёвые? Чеггера не будет? Да. А, смысл так. Сейчас летать будет. Ренджус. Начинаем представление.
Ивейд. Гера. Там говорят не давать. Зачем Гера в 1%? Что говоришь? Вот сейчас надо давать Геру, вот сейчас надо давать. Ну мужика, Ивейд. Ну нет. Если сама бетка дальше его все равно. Ну да, сейчас дать, если тоже отключится. Вы там решите, кто из вас играл, чтобы знать, кому подчиняться. И ГП не сопадать. Хуй знает, мага сказал то, что... Идёт дракон. А вообще, меня больше интересует, почему у вас в рейде было укушено 3 совы. Но при этом не было укушено всяких там роков и т.д. Я вообще не понимаю, зачем укусили покатута, зачем укусили медведоёжа. А я понимаю. Зачем ты кусал сов? Хотите, расскажу почему? Потому что если бы дракон кусал нормальных ДД, то он бы не был первый в рекаунте. Не любит конкуренции. Да, кусал бичей просто. Да ладно, чё вы, пацаны, я первый раз вообще хило укусил. Ну, можно чтобы хилил больше. Да, можно списать на то, что он просто ошибся. Харе, блядь, планы раскрывай. Вот эта шея падает постоянно, по-моему. Угу. Последний КД. Уже 3 КД, наверное, она падает. А у Луцини какой мейнспек? Медведь. Хуёвый, по-моему. Больше подойдёт. Медведь? Медведь. Медведь, зачем тебе... Медведь, зачем тебе тогда эта шея с силой? На мейнспек найдет медведя, я сама с ним гоняла. Так, заберите охоту. Не, ладно, пускай забирай. Пошли. Тип мастерства много. Мастерство ловер, как бы. Самое это. Там скорее не РПБ, а мастерство и сила. Кому ГП говори? Что-то народу тогда дофига стало. Да. Япончик-то тут? А он, блядь, замутился, он, походу, звонок. Делает вид, что недоступен, да? Ну, он в Дискорде замутился. А он лут раздал, он же научил. Да. Отверните охотник. Он не может раздать печеньку, потому что бой идет. Короче, от дома пошло. Чат не вижу.
Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок. А что там, кто инст забитый? Я войти не могу. Да, это потому что ивент идет. Что там? Ну, ивент. А, ивент. Ну да. Зайди, крипа приведите. Кого ты говоришь, гриба привезти? Крипа. Сразу видно бывшего дотера. Причем ты дотер, крип. Потому что изначально это пошло с Варкрафта с третьего, потом перешло на Доту. Что ты с третьего Варкрафта? Это мы сейчас будем курить минут 15. Тебя не стреляли, как вчера вечером. Что, вы Вальку не убьете, что ли, или что здесь? Нет, здесь можно. Почему? Можно лут проебать. Это как вчера вечером, типа, пианиста не было час, поэтому у нас сейчас ребуты. Это гениальный ход. Крипа, добейте, куда пошли? Перерезок. Да, там смело можно 15 ставить, потому что, типа, после ребута он еще сока подниматься. Покрафтите мне его, как об ней, плюс. Да просто не, даже можно не ставить. СПД и крит. У меня такие поставки. Это, поднимите, пожалуйста.